прекрасному Чурлёнсу, иногда по Остроухову. Мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули», заезжали в Левитана мы. В октябре его пожухлые направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. К республике Цветаевой, через область Заболоцкого, с нами шла высоковольтная окуржавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Бардатушкина и вершиной Пастерна. Некто Вольган Камадеевич, словно много из-за облака, друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили Топсахроновскую поводку, двор заезжий Долматовского и пустыню Новолдян. Между Григом и Волошиной на последнем переходе мы развели шатер Брезентовый, осветив его костром, и собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом, и собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёнсу иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнсу иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнсу иногда по Остроухову. Алексей Росошанский.